така символічна річ. Сталеві захисники, як міць, так як міцна сталь, захисники Маріуполя зараз перебувають на території Азовсталі. І, мабуть, це не даремно. Знаєте, наскільки стіни можуть допомагати зараз захисникам Маріуполя? Як думаєте? Ви знаєте, комбінат Азовсталь дійсно став форпостом і символом незгибаємого Маріуполя, тому що поки тримається Азовсталь, оккупанты никогда не скажут, что они захватили Мариуполь. Конечно, их пропаганда об этом говорит, и они могут об этом говорить. Но они сами, в первую очередь, находясь там, прекрасно знают правду, что Азовсталь не покорился, не покорился Мариуполь. И мы с вами это знаем каждый день. И большая благодарность нашим вооруженным силам Украины, бойцам Азов и морпехам, которые не бросили комбинат, не бросили жителей, не бросили наших сотрудников и их семьи, которые находятся и все еще находятся, к сожалению, более 60 дней в защитных сооружениях комбината. Мы каждый день с вами можем наблюдать те снимки и видео, которые они выкладывают, чтобы показывать всему свету, что происходит на самом деле на сегодняшний день в бомбоубежищах комбината «Азовсталь», где находится большое количество мирных людей, ни в чем не повинных людей и патриотов города Мариуполя, которые не смогли выехать, остались и на сегодняшний день находятся в полнейшей осаде. Это старики, дети, это семьи наших сотрудников. Почему наших сотрудников? Потому что комбинат «Азовсталь», комбинат «Ильича» — это неразрывно два предприятия, градообразующих в городе Мариуполь. Каждая семья так или иначе связана с предприятиями. И в первые дни войны было принято решение открыть защитное сооружение для всех жителей Мариуполя, потому что мы понимали, что родные стены — это единственное место, где можно будет уберечься от тех вражеских нападений, которые происходят и по сей день. И мы получаем сигналы, что, несмотря на все заверения Российской Федерации, атаки продолжаются на город, атаки продолжаются всеми возможными способами. Это непрекращаемые авиаудары, артиллерийские удары, удары с танков и даже кораблей. Поэтому мы даже не представляем, какой ужас и ад там творится. И еще раз хотел бы выразить благодарность нашим вооруженным силам, которые не бросают комбинат «Азовсталь», не бросают наших жителей и сотрудников, которые находятся уже более 60 дней там. Пане Іване, ми знаємо, що окрім того, що там знаходяться цивільні, ще й обладнали такий собі військовий госпіталь. І навіть в цих приміщеннях проводять надскладні операції. І все це відбувається от буквально в тому ж приміщенні, де й перебувають люди. Тобто допомога один одному є. І ну, це надзвичайно важливо. Скажіть, будь ласка, чи є у вас зв'язок з цими людьми? Чи можете ви зв'язатися, поспілкуватися, зрозуміти, що потрібно? Тому що зрозуміло, окрім їжі, продовольства, ліки і все це найнеобхідніше зараз. Вода питна. К сожалению, связи с людьми нет, потому что город изолирован полностью, и информационные ресурсы. Все, что мы можем видеть, это те же самые снимки и видео, которые Азов выкладывает в интернете. И все, что мы можем, это единичные случаи поговорить с людьми, которые выехали, успели выехать из города, которые рассказывают про то, что продолжаются обстрелы. Да, действительно, ситуация очень тяжелая. Мы видим на снимках о том, что многие люди контужены не один раз, потому что авиаудары продолжаются. И насколько бы сильны не были стены, которые защищают этих людей, все равно раскаты взрывов слышны. И мы допускаем о том, что часть сооружений, в которых также были люди, разрушены. Хотел бы отметить о том, чтобы вы все понимали, площадь комбината достаточно большая, и ни одно защитное сооружение находится на территории комбината. Они не взаимосвязаны. Нет никаких туннелей, о которых говорит российская пропаганда, поэтому очень тяжело оценить масштабы того, сколько находится людей там. Это может быть и 200, а может быть и 1000, а может быть и 6000, потому что ровно столько мы не знаємо о наших сотрудниках. Пане Іване, я маю вас перервати, бо у Києві, Київській області зараз оголошено повітряну тривогу. Маємо попередити наших слухачів і глядачів, аби вони скористалися безпечним місцем для того, щоб не наражатися на небезпеку. А вас хотів би запитати, кілька днів тому ми мали, на жаль, можливість побачити, як людина, яка колись була співробітником
Азовсталі розповідала загарбникам про розташування, так, де можуть перебувати наші захисники, де можуть перебувати мирні мешканці. Як ви думаєте, звідки в людини, я вже не кажу, де в людини цієї совість, звідки в людини наміри такі вчинки робити? Ну, я бы хотел сказать так. Во-первых, в любом случае мы не знаем с вами, при каких обстоятельствах было снято это видео и при каких обстоятельствах этот человек говорил то, что он говорил. Но однозначно можем сказать следующее. О том, что этот человек обладает поверхностными знаниями о комбинате, и то, что он рассказывал на этом видео, всего лишь навсего обычный подземный переход проходная. Такие же подземные переходы, как на дорогах у нас на перекрестках. Ничего сверхъестественного. И мы призываем всех людей, которые так или иначе имеют отношение к комбинату «Азовсталь», которые находятся там, либо же на других неподконтрольных территориях, не распространять информацию. Потому что любая информация может искажена быть, может нанести вред тем людям, которые все еще находятся на комбинате «Азовсталь». Сейчас не время заниматься самопиаром, самоутверждением и распространять ту информацию, которой вы как-то владеете. Потому что на комбинате «Азовсталь» работает большое количество сотрудников, большое количество людей работает на подрядных организациях на территории комбината, а также очень много студентов проходила практику. Поэтому много людей, конечно, что-то знают о комбинате. Но не стоит сейчас пользоваться этими знаниями и что-либо распространять. Потому что в первую очередь вы можете распространять искаженную информацию. Во вторую очередь вы можете этой информацией навредить тем людям, которые находятся. Но им нужно не забывать, что СБУ, конечно, возбудит дело и будет разбираться и проверять все факты, при каких было сделано данное видео.